Уже не первый месяц севастопольцы и гости города могут наблюдать непрезентабельную картину, открывающуюся на территории у обелиска «Штык и парус». Погражденный проход, разрушающиеся лестницы и парапеты, непристойные надписи, разрисованные стены и сам монумент, вновь нуждающийся в реконструкции. Так выглядит одна из самых видовых площадок мыса «Хрустальный». А мне не нравится, как монумент закрыт и в каком он состоянии на данный момент. Мне обидно, что памятник находится в таком заброшенном состоянии, вот, все под замком. Вот. Хотелось бы, чтобы навели порядок. На праздник мы туда и не поспешили пойти с детками, потому что перед праздником были и мусор, сам памятник в таком состоянии. Жители Севастополя помнят, как строился монумент, рассказывают, возводили всем городом. Когда-то в 80-е годы по 5 рублей сдавали. Это было такое движение для сооружения этого монумента. По организациям проходил такой клич. Это достойное дело было. Ну, долго его строили, слава богу, что построили. Конечно, не хотелось бы, чтобы он развалился. В отделе по охране культурного наследия города съемочной группе были не рады. Отвечать на камеру, когда же начнется реконструкция монумента, отказались. Сказали, ждут финансирования. А вот председатель Ленинской райадминистрации рассказал, в прошлом году на сессии депутатами была утверждена программа по сохранению культурного наследия Севастополя на 5 лет 2013-2017 годов. Туда вошел и обелиск «Штык и парус». Однако монумент, как и тысячи других памятников, бесхозны. Деньги из бюджета на их благоустройство не выделяются. Олег Румянцев говорит, сейчас комиссия решается вопрос о распределении и закреплении исторических мемориалов за возможными балансодержателями. Владимир Григорьевич Яцуба несколько месяцев назад поставил вопрос, это еще перед подготовкой к 9 мая, о том, что надо нормально содержать и приводить в порядок эти памятники. Когда начали разбираться, кто же это должен сделать, а как оказывается, крайних нету. Поэтому сейчас рассматривается, была проведена инвентаризация всех памятников и памятных мест. И рассматривается вопрос о закреплении то ли по районам, то ли за какими-то коммунальными предприятиями этих памятников. Для того, чтобы можно было при формировании бюджета выделять на их содержание соответствующие средства. Олег Румянцев также рассказал, до того момента, пока монумент не будет закреплен за определенным балансодержателем и не начнет поступать финансирование, его реконструкция и благоустройство территории не начнется. Пока же проход на площадку остается закрытым. Когда же севастопольцы и гости города смогут вновь насладиться живописным видом Южной бухты у обелиска «Штык и парус», неизвестно. Наталья Двойцина, Наталья Бабкевич, Дильвер Меджитов, программа «Наше время».